5-летний Боря Зубарев вместе с мамой готовится ко встрече с Дедом Морозом и с гостями новогоднего утренника. Ему нравится яркий костюм, а в запасе выученные стихи. Настроение отличное. Готовимся мы к Новому году. Как? Мы помогаем Деду Морозу добраться до нас с подарками. Учим стихи, рисуем картинки, да, Борь? Этот детский сад, компенсирующий у вида номер 11, является подшефным для сочинской таможни. Такой дружбе уже 3 года. Ранее были другие детские учреждения, но сюда таможенники приходят с особым настроем, чтобы подарить этим ребятам немного своего тепла. Мимо того, что мы государственные служащие, мы, конечно же, обычные граждане нашей страны, которые тоже имеют семьи, детей, которые думают о том, о будущем нашей страны. И нам бы хотелось тоже какой-то вклад внести дополнительный в это общее дело, в то, чтобы наши дети росли, понимая, что это нормальная, добрая, хорошая страна. Хоровод, встреча со сказочными персонажами, собственные выступления. Для детсадовцев сегодня праздник чудес и новогодних подарков, которые они получают и от Деда Мороза, и от шефов сочинской таможни. Наши спонсоры сочинской таможни всегда нам помогают. Я хочу выразить огромные слова благодарности. Спасибо им за все большое. Наши детки очень рады. Праздник завершился общей фотографией на память. Елена Овсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.